прямому насилию и расправе, до бесконечных... Я давно говорил, что состояние здоровья у него не лучшее, и не может быть оно хорошим, после того, как в прошлом году он в больничной койке пролежал почти 5 месяцев. Вы прекрасно понимаете, что после этого не бывает особенно хорошего здоровья, тем более в таком возрасте. Аж треть от существующей власти и треть от фракции, которая представлена в Думе, не хочет. Руководитель страны должен быть обязательно умным, трезвым и работоспособным. Что касается медицинской комиссии, это наше прямое предложение. Оно давно сформулировано и вносилось в Государственную Думу. И считаем, что оно никого не обижает.